Как замечательно мы жили! Как замечательно мы жили! Какую страну мы потеряли! Какой мир мы утратили! Вот какой нам видится! Но мы добро пожаловать в реальность. Мы в сегодняшнем дне. Первое мы видим не стреляющий мир. Не стреляющий, во-первых, во-вторых, и в 30-х. Не стреляющий. Дальше мы видим, что население Украины опомнилось и стало таки исповедовать христианские ценности. Не убей, не укради из Ветхого Завета. Егор. А из Нового Завета подстав правую щеку, когда ударили по левой. Это не глупость была сказана. Потому что если око за око, то все очень быстро станем слепые. Вот какой мир представляется нам. Очень трудный путь к миру. Целая длинная, труднейшая дорога. Но только в ситуации мира, пока не остановится эта бойня. А я вам скажу самое сейчас важное. Начать нужно с того, чтобы искоренить мову ворожнечи. Язык вражды. Вот это просто ввести внутреннюю, возможно, цензуру, но и внешнюю тоже. Запретить и использовать слова, обидные для противоположной стороны, вызывающие крайнее раздражение.